Звук очень приятный. О! О! Ломается! Ой, простите. Ломается курочка. Ну-ка. Вот я пытаюсь как-то и снимать, и чтобы вам все было видно. Вот. Очень нежная текстура. Угу. Карамель получилась. Очень хрустящей и хрупкой. Я вообще искала разные способы, чтобы приготовить карамель, потому что у нас нету этой горелочки. Потому что в оригинальном рецепте нужно посыпать ложечкой сахара и горелочкой все это дело зафламбировать, как это называется. Но у нас горелки нет. Газ... Миш сказал, что газ он мне не купит. А, в принципе, ни для каких других особо рецептов газовая горелка не нужна. Ну, нам, по крайней мере, не требовалось ни разу. Поэтому я искала способы, как приготовить самое, так сказать, ASMR, самое вот ценное в поедании крема брюле. Собственно, то, что Амелия любила, сломать корочку. И что мне выдал интернет? Он мне выдал первый вариант, это на каком-то японском канале в Инстаграме, сделать карамель в микроволновке и полить сверху. Карамель там состояла из ложечки сахара, чуть-чуть водички. Все это на максимальной мощности в микроволновку на минуту-полторы. Ориентируйтесь по запаху, ориентируйтесь по цвету. Очень удобно, когда ты разогреваешь в непрозрачной посуде. Но в любом случае получилось... Не, ну в принципе, если у вас хорошие зубы, с такой карамелью можно есть крем-брюле, но она получилась какой-то... Как бы сказать, как ириска, что ли, и очень гибкой. То есть ее вот так разбить не получилось. Она была толстая и проваливалась в десерт, гнулась. Может быть, что-то не так с пропорциями, но лично я советую, если у вас нету газовой горелки, чтобы зафламбировать как положено, берете. Сейчас. Очень вкусно. Я честно скажу, вот такой крем. Крем, вот именно крем, кремовая основа. Такого вкусного крема я не в каждом парижском ресторане могла найти. Или кафе. Очень вкусный крем. Очень нежная текстура. Если хотите более плотную текстуру, тогда полностью молоко не добавляйте, доведите объем только сливками 33%. Вот, если вы не хотите, чтобы оно было вот таким нежным, то тогда... Очень вкусно, просто блаженство. То тогда используйте полностью только сливки. Ну и вот, если я, извините, если у вас, значит, нету газовой горелки, вы берете, посыпаете сверху чайной ложечкой сахара, включаете в вашей духовке режим гриль, чтобы верхний нагрев включился, и под самый верх ставите вот креманку, она обязательно должна быть, ну,
вы и так понимаете, если запекали в ней, то она должна и все остальное тоже выдержать. Ставите креманку под самый верх, минут на 5, может быть это на 4, в зависимости от мощности вашего, ну, вашей духовки. Потом достаете, остужаете. Вот сейчас как раз февраль месяц, можно на балкончик вынести, так быстрее остынет. И потом потребляете. Вот как я сейчас это делаю. Прекрасный десерт, чтобы съесть его в компании любимого человека. Даже если этот любимый человек вы сами, надо себя баловать, надо себя любить. Господи, очень вкусно. Мне вот нравится вот именно более нежная текстура. Мне не нравится, когда он плотный. А иногда он бывает и с комочками. Мне такая текстура не нравится. Но если вы хотите более плотную, я сказала, и молоко не добавляйте, используйте только сливки. Вот. Вот. Если вам повезет, и вы сможете найти, допустим, стручок ванили, мы не нашли, поэтому я использовала ванильный сахар с настоящей ванилью. Но, как видите, она тут есть, вот эти вот крапинки. Вот они тут осели, правда, немножко. Это и есть ваниль. Но если вам повезет найти стручок ванили, вы можете извлечь семечки и сделать прям крем-брюле по всем законам кулинарного искусства. Пробуйте, экспериментируйте. Любите себя, любите своих близких. И счастливого вам дня всех влюбленных. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч. Всем пока. Хрен!